ровно, сзади крест, нога поднимается параллельно зеркалу, разворачивается, опускается. И спереди крест, все, что ниже коленки, подняли, опустили, сзади крест, поднялась параллельно зеркалу, развернулась, опустилась. И спереди поднялась, ровно, обязательно база должна быть ровно, сзади крест, поднялась, развернулась. Встаем на ленту, ну, то же самое. Сначала без подъема спереди крест, вместе, сзади крест, вместе, спереди крест, вместе, сзади крест, вместе, спереди. Нога поднялась, опустилась, ровно, сзади, параллельно зеркалу, развернулась, опустилась. Так, отлично. Сейчас давайте встанем все по кругу. По одному большому кругу. Да, у меня небольшая есть просьба. Партнеры, встаньте, пожалуйста, между партнершами, чтобы не рядом друг с другом стоять, да? А мне все равно, вот. А сейчас сделаем следующим образом. Давайте все встанем партнеры лицом вперед. Девушки, которые без партнеров, просто встают спиной, да, спиной по ходу движения. Да. Наоборот, 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 наоборот. Вот. Партнер левый, партнерша правый. Партнер правый, партнерша левый. Партнер левый, партнерша правый. Я на него смотрю. Еще раз. Меняем вес. И партнер идет левой ногой, партнерша идет правой ногой. Партнер правый, партнерша левый. Отлично. А партнеры все время будут продвигаться. Партнер продвигается, партнерша остается стоять там, где они стоят, партнеры против часовой стрелки переходят в следующий партнер. Партнер первый, если у нас есть пара, то тогда партнер первый. Меняйте несколько раз вес партнерши, просто чтобы почувствовать, как же ей меняется вес. Меняем вес себе, меняем вес партнерши. Поставили ее на свою правую сторону, партнер стоит на правую, сейчас на ней партнерши на левую. Итак, партнер левой ногой начинает идти на партнершу, партнерша правой ногой назад. И партнер правой ногой, партнерша левой ногой. Партнерша левой ногой, партнерша.